Экс-директор ФБР Джеймс Коми сегодня дает показания в Конгрессе за закрытыми дверями. В Комитете по надзору и юридическом комитете бывшему шефу Федерального бюро расследований задают вопросы о том, как расследовались связи избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и утечки из штаба Хиллари Клинтон. Кроме того, конгрессменов интересуют взаимоотношения Трампа с Коми и детали его, Коми, увольнения из ФБР. Представитель республиканцев в Палате представителей Дэрол Исса сообщил журналистам, адвокат ФБР не позволил Коми ответить на ряд вопросов по существу. И экс-директор ФБР не выглядел при этом, по словам Иссы, сильно расстроенным, хотя до этого Коми сам настаивал на даче публичных показаний. Президент США, в свою очередь, разразился на это очередной порцией твитов. Роберт Мюллер написал: «Дональд Трамп, имея в виду спецпрокурора по расследованию российского вмешательства в американские выборы, и, цитата, лжец-сливщик Джеймс Коми, лучшие друзья. Это лишь один из многих конфликтов интересов Мюллера». Конец цитаты. Кроме того, Трамп проанонсировал в Твиттере большой контрдоклад в противовес докладу Мюллера. По словам президента, уже готовы 87 страниц, но, очевидно, это не может быть завершением, пока мы не увидим окончательный отчет об этой, любимое выражение Трампа, «охоте на ведьм», написал глава Белого дома. Тем временем бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос освобожден из тюрьмы в штате Висконсин. Джордж Пападопулос был фигурантом расследования «Раша Гейт». В сентябре его приговорили к 14 суткам заключения за дачу ложных показаний ФБР. Но CNN, сообщивший об освобождении Пападопулоса, не уточняет, почему находился в тюрьме 12, а не 14 дней, как гласило постановление суда. С нами на прямую связь сейчас готов выйти публицист, глава фонда Литвиненко Александр Гольдфарб. Александр, я вас приветствую. Я знаю, что вы сейчас находитесь в Вильнюсе. Я благодарю, что вы не спите в столь поздний по времени Вильнюса час. Вот скажите, пожалуйста, это контррасследование, проанонсированное Дональдом Трампом. Это скорее ход, это скорее громкое заявление, это скорее возможность заявить свою позицию, выразить свое отношение, или под этим можно все-таки ожидать какого-то действительно серьезного разбирательства? И если разбирательство, то о чем оно должно быть и кому оно должно привести? Дело в том, что Трамп готовится к оглашению заключения спецпрокурора Мюллера. И окончательное решение о том, что если в этом заключении будут признаки уголовного преступления со стороны Трампа, либо по теме сговора с Россией во время предвыборной кампании, либо по теме воспрепятствования отправлению правосудия, связанному с увольнением предыдущего директора ФБР, Трампа нельзя привлечь к суду, пока он президент. И поэтому вот все эти уголовные обвинения, которые, возможно, объявит прокурор Мюллер, будут решаться в политическом плане. То есть они поступят к Конгрессу, и Конгресс должен будет решать, объявлять ли Трампу отстранение от должности на этом основании или нет. И Трамп готовится к политическому столкновению со своими оппонентами, с демократами и с прокуратурой, которую представляет спецпрокурор Мюллер. Поэтому, как всегда в политике, пиар, видимость имеет не меньшее значение, чем юридическая реальность. И вот в этом весь смысл этого альтернативного расследования. Юридического веса оно не имеет никакого. Что сегодня мог рассказать в Конгрессе бывший директор ФБР Джеймс Коми? Почему все-таки это проходит за закрытыми дверями? Хотя Коми сам говорил, что он готов говорить в открытую. И вот по словам его адвоката, очень интересная сложилась ситуация. Адвокат Коми сказал, что сам экс-директор ФБР не выглядел особенно расстроенным, когда адвокат говорил ему, что он может не отвечать на какие-то вопросы.
Но весь вызов и Коми сейчас в Конгресс давать показания в закрытом режиме, почему он не смог отбиться и настоять на открытом режиме, это юридические нюансы, в которых я не очень разбираюсь, но в всяком случае оказалось, что он не может настоять на своем, ему пришлось давать. Кто тут мог чего опасаться? Огласки чего могли опасаться и кто мог опасаться? Что могли при этом узнать, дело будет в том, это открыто? Так сказать, все обозреватели сходятся в том, что это последние, так сказать, попытки республиканского большинства в Конгрессе, которые они потеряли, и которые с 1 января заступит новый состав Конгресса, и уже демократы будут все контролировать, это каким-то образом, опять же, смягчить, что ли, накал антитрамповской деятельности, вот совместной, как бы сказать, скоординированной деятельности прокуратуры и демократической партии. И вот они пытаются что-то там такое найти в показаниях Коми касательно того, правильно ли Коми себя вел, не нарушен ли он законы в те времена, когда было расследование Хиллари Клинтон. Потому что он тогда объявил, что он не нашел никаких оснований возбуждать против Клинтон какие-либо дела или обвинения, что он ни в чем не виноват. Сейчас и вот теперь ищут основания, по которым можно будет все-таки все это дело возобновить. Хорошо, а что касается Джорджа Пападопулоса, почему он был в итоге выпущен раньше срока, как об этом передает? Это я не могу. Может, ему что-нибудь зачли, может, у него состояние здоровья. Это уже вопрос решается на уровне конкретных властей. Вот, я не хочу выглядеть сторонником теории заговора, но когда все происходит в один день, все вот эти перестановки в Белом доме, о которых мы говорили в начале этого часа, Джеймс Коми предстает в двух комитетах Конгресса, закрытое слушание, Пападопулос отпускают. Все-таки это конспирология, не более того, рядовые совпадения. Я не могу сказать, что это конспирология. Дело в том, что все идет к кульминации. Эта кульминация будет завершение работы прокурора, у которого есть все законные основания по расследованию возможных преступлений Трампа. И, естественно, все нервничают и пытаются отбиться всеми возможными способами. Тем более, что вопрос окончательно будет решаться в политической сфере, в решении Конгресса. Теперь уже демократического Конгресса отстранять ли Трампа от должности, делать ему импичмент. Что ж, большое спасибо. С нами на прямой связи из Вильнюса, где проходит форум «Свободной России», был журналист, публицист, глава фонда Литвиненко Александр Гольдфарб. Благодарю вас. Спасибо вам.